Первым представляю бойца в синем углу. Introducing you first fighting out of the blue corner. Ему 27 лет, рост 182 сантиметра, вес 77,2 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед, только 2 поражения. Ladies and gentlemen, he's 27 years old. His stands 182 centimeters tall, weigh in at 77.2 kilograms. His professional record 10 victories and only 2 defeats. Из Бишкека, Кыргызстан, приветствуйте, Жакып Батыр Туканбаев! Его соперник в красном углу, Фарика Дредкона. Бойцу 22 года, рост 187 сантиметров, а вес 77,6 килограмма. Профессиональный рекорд 5 побед, ни одного поражения. Ladies and gentlemen, he's 22 years old. He stands 187 centimeters tall, official weight 77.6 kilograms. His professional record 5 victories, no losses. Дамы и господа, из Грозного России доселе непобежденный, the undefeated Якуб Сулейманов! Рефери поединка Виктор Карнгеев. Полусредняя весовая категория, дивизион до 77 килограммов. Якуб Сулейманов против Жагыба Туганбаева. Непобежденный Сулейманов вновь рвется в бой. Да, он действительно чем-то напоминает Хамзата Чимаева. Не очень агрессивная борьба. И первая атака опасная Туганбаева. Да, да, способен махнуть очень тяжело с правой руки. Вот так не совсем виден будет этот удар. Но антропометрическая разница все-таки за Сулеймановым. И его дело это использовать. Ай, посмотрите, есть уже покраснение на лице Якуба. Хай-кик, и тряхануло здесь Жакыпа. Еще одна атака. Да-да-да, и навстречу. И обрати внимание, глаз практически сразу подзакрылся левый. Там гематома увеличивается. Одним словом, с места в карьер начали парни. Причем не на самых высоких скоростях. Из левши прессингует Сулейманов. Пока все без борьбы. Левый прямой. Просто как гвоздь воткнул Якуб соперника. Да, еще больше увеличивается эта самая гематома как раз благодаря вот этому точному удару. Щуриться приходится Жакыпу. И это большие проблемы. Хай-кик. Ставка на эффектный финиш. Чувствуется у Сулейманова. Здорово. Отходе действовал Сулейманов. Здесь опять идет вперед Жакыб. Джебом пытается подобраться на удобную дистанцию. Очень сложно все-таки с таким габаритным соперником действовать. Ух ты! Есть попадание от Жакыпа. Продолжает он атаку в борьбе. Летел буквально просто как коршун у соперника здесь. И пытается закрепиться. Туганбаев в партере. Да, вот сейчас другая проверка, абсолютно, казалось бы, не самая очевидная, учитывая то, что мы планировали и ожидали этот поединок в стойке увидеть. Вот здесь будет проверка уже для Якуба Сулейманова с точки зрения работы на канвасе. Тут упирается пока отчаянно кыргызский боец. Ну и, в общем-то, Якуб не очень много чего позволяет сделать. Пытается нагружать сверху. Туганбаев. Да, хорошая защита от Сулейманова. Скрутился он там в креветку и локоть. Неплохо. Полраунда еще берет удушающий через руку. И пытается зайти в боковой контроль. Жакыб Туганбаев. Да, и здесь избавился от этого приема Сулейманов. Честь ему и хвала, конечно. Очень здорово он разобрался в эпизоде. Но вообще эти удушающие через руку делают не только из бокового контроля, но и из полного маунта. Из гарда провести его, конечно, уже сложнее. Особенно учитывая антропометрическую разницу между Сулеймановым и Туганбаевым. Хороший локоть. Положение лежа. Продолжает удерживать позиции Жакыб. Неуверенно закрепился. Тяжело его просто так себя сбросить Сулейманову. И вот здесь правый промахивается. Но Туганбаев прекрасно понимает, что
ему крайне необходимо сохранять это положение вещей, продолжать бороться. Прихватил ногу и заход в боковой контроль. С другой стороны поднимается Сулейманов. Отдал спину. Конечно же, Дуганбай постарается сделать еще один тейкдаун. И кто здесь? Стойки, парни. Минута 20. Уже меньше. И вот здесь будет рубка. 100% под самый занавес. Да, посмотрите на лицо Дуганбаева. Там очень много гематом. Как минимум одна самая большая. Пытается еще туда, кстати, ударить. И клуб достает Джакып. Да, немного сбавили обороты парни. Поменял стойку на секунду. Сулейманов. Не доходит до цели. Ни джебы одного, ни лоу-кики другого. Ну, сильно замедлились в целом. Парни выдали такую плотную пятиминутку, скажем так. Как минимум три последние минуты очень было активно. Все, вот сейчас, наверное, уже так. Больше на выдохе. Проверочно туда бьет. Очень точно Сулейманов, но без вложений. Левый снизу, дважды в голову. Подобным образом пытался ответить и Жакып. Да, кровавый бой у нас получается. Джеб. И последнее мгновение. Возможно, будет еще одна атака слева от Сулейманова. Да, сейчас, ух, еще один размен под самый занавес. И ваша поддержка, Гроссы! Второй раунд смотрим. Первый отрезок фактически у нас разделился на три фрагмента. Сперва в стойке доминировал Якуб Сулейманов, потом был период в борьбе с преимуществом Дуганбаева и концовка опять же за Якубом. Постреливает сзади здесь, издалека. На опорной своей левой Сулейманов, да, и левым прямым вот так периодически угрожает. Почувствовал, что с дистанции почему бы и нет. Это его козырь, надо ее использовать. Да, совершенно верно, левый хайкик. Еще то же самое, только по корпусу будет проситься. Не исключено, что следующее действие будет именно туда. Обычно после обманки вверх или вниз идет удар посередине. И вот как раз с этих самых обманок, где так много у Якуба, поэтому видит атаки. Слева Жакып Дуганбаев. Атаки ногами, я имею в виду, в первую очередь. Здесь сближение, но без точных попаданий. Хороший апперкот. И тут же назад. Прагматично старается действовать Якуб Сулейманов. Достал до челюсти левым. Жакып вновь останавливает на джеб. И получается... Прессингует здесь Жакеп. Долго ли? Да, приходится размашисто действовать. Приходится идти вперед с шагами, с ударами. Как говорят боксеры Дуганбаева, для того, чтобы хоть как-то зацепить такого большого крупного парня. Но пока у нас этот раунд получается довольно близкий. Просто ввиду того, что довольно мало точных попаданий. Сейчас неплохо Жакеп справа. Держится на дистанции Сулейманов. Да, прям совершенно другой режим включил Якуб в этом отрезке.
Здорово. Джеб на джеб. И заход в борьбу. Но сил-то не так много. Апперкот. И вновь кровотечение сильное на лице Жакыпа. Справа. Еще одну атаку провел Сулейманов. Да, очень много урона. Даже просто визуально вот так, если посмотреть на одного и другого спортсмена, несопоставимо, конечно. Ну, а отдать должное надо Туганбаеву. Продолжает идти вперед, работать, пытаться, вернее, первым номером. Здесь его откидывает Сулейманов. Колено в корпус, левый прямой. И еще один эпизод забирает Сулейманов. Якоб посвежее, побыстрее. И уже действует таким образом, как будто бы думает о том, что бой может продлиться всю дистанцию. Не раскрывается до конца. Хлестка очень-очень плотно по икроножной мышце. И здесь как раз вот тот самый перевод на верхний этаж. Да, Якуб любит атаки ногами по голове, причем как справа, так и слева. Но все-таки именно слева получается у него получше. Возвращает в правостороннюю стойку, попробовал сайдкик. А темп становится все ниже и ниже. Да, местами, может быть, и прослеживается определенный point fighting даже со стороны Якуба. Вот в этом втором раунде. Хорошая попытка была от Якуба. Но здесь не достает Жакыб. И вот это было неплохо. Да, ждал Якуб, когда пойдет оппонент в борьбу. И тут же активизировался боец из красного угла. Подсказывает Бичуев работать серийно. Просто даже своим движением тела показывал. Левый-правый. Опытный боксер, на самом деле, сейчас правильные вещи говорит, но сделан главный тренер. И в этом поединке Сулейманов борьбу-то и не навязывал. Такое, да, с вращением получился. Не точно. 15 секунд. Что будет в третьем раунде? Ну, что интересно, сумеют ли восстановиться спортсмены как следует за минутный перерыв. Третий раунд, раунд 3. Так, третий заключительный раунд. Якуб Сулейманов против Жакыпа Туганбаева. Очередной джеб от Якуба Сулейманова. Кстати, довольно интересный факт, что Жакыб, на самом деле, тоже Якуб. В каком-то смысле, потому что если имя Жакыб посмотреть, как переводится на другие языки, то наш получается как раз именно Якуб. В общем, два Якуба сейчас выясняют отношения. Вот здорово, один из попадает левым. Ждет Туганбаева и готов встречать Сулейманов. Ну, и это вполне логично, да, опять же, Жакыб, Джейкоб, ну и оттуда уже и Якуб. Да, здесь чувствует дистанцию, окончательно утвердился на комфортном для себя расстоянии Сулейманов. Отсюда постреливает, смещается, опять постреливает и очень комфортно ощущает максимально
без проблем для себя. А если Туканбаев и взрывается, то опять же на отходе работать умеет. Или вот через уклон. При этом видно, что Туганбаев хочет бороться, но получается это у него не очень хорошо. А вот колено было гораздо лучше. Второй заход в борьбу вновь неудачно. Якубу критически важно вот забирать эти микроэпизоды в стойке. Ну а Туганбаеву, наверное, стоит, в общем-то, ва-банк идти, и я думаю, что не оглядываться. Но кто знает, как он считает правильным для себя, это мы выясним по итогам. И по факту уже сейчас можно сказать, что у Сулейманова в основной лиге PSA получаются очень тяжелые поединки. А когда было легко, с другой стороны, вот здесь постреливает опять Сулейманов. Ну, чуть полегче, наверное, было в бою с Амазасом Мартиросяном, но не сильно. Здорово. Нет, не получился этот почтальон. Тут же джеб. Никак не может Джакиб догнать соперника. Выйти на ударную дистанцию. Еще одна попытка. И правый снизу неплохо. Как будто бы второе дыхание открылось у Жакипа на долгое лет. В этом раунде Сулейманов пока думает явно больше об обороне. Просто на характере пытается перейти Жакип вперед. И вот ответные действия от Сулейманова. Еще один джеб. Две минуты с небольшим до конца встречи. Вот здесь опять перестрелка наметилась, но опять же на характере стоит Туганбаев. А немного пропустил. Именно в этом эпизоде имеется в виду, так достаточно много. Вновь джеб. Отстреливается Туканбаев, пытается прессинговать, а время тает буквально на глазах. Все меньше и меньше шансов у него остается для того, чтобы попасть хорошенечко слева или справа. Ну и надо признать, что сил для высокой активности у него на этом этапе нет, учитывая, мы приплюсовываем сюда тот объем ударов, который он пропустил. Оверхед неплохо от Туганбаева. Ну да, там кулак прошел дальше, скорее где-то предплечьем ударил. Но это все вряд ли может оказать влияние на Якуба Сулейманова. Поехала там нога, и на самом деле уже не первого бойца именно в этом месте. Может быть, нам необходимо протереть настил. Неплохо, но не критично. Да, перестал практически бить совсем Туганбаев. Очень мало сил на это. Хотя идет вперед. Что-то, кстати, не так, как будто бы с правой рукой. Якуб, Якуб скандирует трибуны в Колизее. Не хватало, конечно, болельщиков. Не хватало их эмоций. Здесь опять размен. И вот уже без оглядки вперед пошел рубиться воин из Кыргызстана. Очень опасная рулетка. Либо попасть, либо пропасть. Ну, в любом случае, Туганбаев провел лучший раунд в этом поединке. Прямо сейчас с разножки. Какая атака была у Сулейманова. И все. Время вышло. Победителя будут определять судьи. Да, Туганбаев выстоял в первом раунде в самом начале, потом навязал борьбу. Во втором поединок стал более близким и более конкурентным. Ну а в третьем уже сам Жакип выглядел агрессивнее, больше работал первым номером. Так, ждем судейский вердикт. Хотя и по третьему раунду, как я понимаю, тоже есть определенные вопросы. Могли вот тоже отдать Сулейман.
Так, слушаем Александра Загорского. Итак, дамы и господа, перед тем, как будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Итак, по завершении трех раундов поединка обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Все пятеро судей одинаково оценили этот поединок. 30-27, all five judges are in agreement, scoring the same, 30-27. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и остается незнающим поражением. Your winner by unanimous decision and still undefeated, Якуб Сулейманов! Грозный! 6-0! Именно так теперь выглядит рекорд Якуба Сулейманова. Наше поздравление. Хорошую работу он сегодня проделал. И будем с нетерпением ждать его следующего появления в клетке ACA.